Сергей Васильевич, сердечно вас приветствую. Поздравляю вас с круглой датой. Спасибо. Вот на вас смотришь и думаешь, вот это пример того, как нужно выглядеть в таком возрасте. Спасибо, сердечно, ваша молитва. Позвольте тогда к официальной части перейти. Прошу огласить патриаршую грамоту. Указом святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения Кириенко Сергей Владимирович, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, удостаивается ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Александра Невского второй степени. Аксиос! Аксиос, аксиос, аксиос! Аксиос! Аксиос, аксиос, аксиос! Сердечно вас поздравляю, Сергей Владимирович. Благодарю вас за ваши труды. Мы с вами очень давно знакомы и вместе прошли достаточно такой серьезный путь взаимодействия, который для меня всегда был окрашен в очень позитивные. Спасибо. Я благодарю вас за этот стиль вашей работы, а самое главное, за высокий ваш профессионализм. Спасибо. Большая честь для меня. Спасибо.